Продолжаем играть в решение средневековья. Мы будем зачищать сегодня центральный квартал. 95. Естественно, это смешно. Ну, грузи давай! Так, давайте продолжим. Извините, что вы часть не увидели. Я просто забыл вас обновить запись. А ну, пошли зомби. Тут катапульта. Так. Так, в обход пойдем. Да? В обход. Инструменты хорошо найдем. Неподалеку, говоришь. Окей, попробуем поискать. Где же твои приемники? Так. Тайное хранилище. Классно, что тайное хранилище нашли. Инструменты. Так, не будем сюда идти. Так, там нету. Тайное хранилище. Да мы могли там и стоять. Идем уже. Так. Площадь. Там тоже кто-то есть. Ну ладно, пойдемте. Один мирный житель. Все? Уже 4 мирных жителей. Давай, идемте за мной. А, мы еще не нашли. Ладно. Орки. Ложитесь. Ложитесь, не беспокойте нас. Почему в центральном квартале очень много мирных жителей? На самом деле это логично. Так, давайте
мне просто интересно повыполнять всякие квесты. О, 5. Так, возьмем нашу славную секиру и разрубим. Все, давай, идем. Но прежде чем я поведу вас всех в таверну или домой, я хочу найти последний потерянный инструмент. Вот. Нашли, значит, инструмент. 28 тайников обнаружено. Так. Идем уже наверх. Смотрите, чтоб там никто не вылез. Блин, нас 6 человек. Если они бы еще были вооружены, очень хорошо вооружены, то было бы вообще супер. Идем. Идем. Тут столько заданий. Здрасте. Ну вот, я принес, что вы захотели. Ну, 500 золотых, но в принципе золота не надо. Давай, давай, идем. Так, и сейчас пойдем в таверну. Таверну. Вот, где мастер вот этот? Мастер. Все, давай. Да иди ты в эту таверну. Может, надо подождать, пока он забежит в таверну, потому что здесь есть бар. И это всегда так. Так. А тут обошлось без бага. Собрали всех мастеров. Спасли 10 жителей города. Несколько достижений за... Один. Так, понятно. Давайте. Так, нам надо, чтобы мы открыли мастера войны, нам надо заманить 50 врагов в ловушку. Так, окей, назад. Провокация. Так, берем провокацию. Латы возьмем. Может, они и уменьшат скорость, но... Глиняные гранаты. Зажигательные бомбы. Взрывающаяся бомба. Многозахватывающий капкан. Вот, все. У нас все есть, кроме этого. Так, охотник. Сейчас будем заманивать его ловушку. Так, драконий капкан возьмем, бомбы возьмем,
громовую кувалду возьмем. Латанный доспех легионера. И вроде бы нормально. Так будет смотреться. Идемте зачищать город. Мы будем заманивать орков в капкан. Блин, тут темно. Эй, зомбарь, иди сюда. Так, заманил. И вы заманил. Всё. Вам не вырваться из этого капкана. Ну что поделаешь, угодили в капканы. Сами виноваты. Хотя отравлять еще проще. Так, стрелок. Скажи, мне не надо ваша помощь. Так. Так, придется. Так, этих раскидываем моим топором. А здесь мы будем заманивать орков. Блин. Этот орк стрелок. Замечательно. А ну, иди сюда. Иди-ка, иди. Попал. Так. Ха-ха-ха. А вы в капкане, а я нет. Ха-ха-ха. Ну, тут я... Это игрушечные зомби надо выпуск назвать. Блин, зачем я их ударил? Так, зомбак. Чё? Наступай, я тебе сказал, на капкан. Вот. Наступай на капкан. Ну, нормально, но наступили на капкан. Эй! Ладно. Ну? Эй! А, вы уже в капкане, отлично. Ладно, я вас тогда просто взорву бомбочкой. Так. Ха-ха. Так. Заманен. Теперь кидаем бомбы. Так, ну давай иди сюда, что ли. Так, затем кусач, иди сюда. Эй, зомби, подойди поближе. И ты тоже в ловушку. Они не могут на меня бегать, я их в капкан поймал. Всё?
Это все, кого я поймал. Ну, ну давай-ка. Замечательно. Так, давайте продолжим. Повзрываем их бомбочками. Бомбочки. И тебе бомбочки. Всё. Отлично. Тебя просто прибьем. Так, покидаем миссию. И теперь мы сейчас узнаем, сколько мы переловили зомбаков и орков в этот капкан. Так. Достижение пошло. Выполни полное улучшение всех шахт. Ну, это мы сделаем. Последнее, наверное, будет сделано. Это тоже. Это тоже рабочее стиль. Приведи еще рабочего. Ну, я что-то не вижу. Так, 20. Пойдем делать шахту. Так. Присоединяйся. Ищем тайники. Я хочу получить все достижения. Так. Давай. Так, зацепили. И всех зомби в капкан. Капкан. И еще в капкан. На, подождите. Так, ладно, мне позвонили. Так. Ставим капканы, и они сами сдуются. Ну. Thank you.
все будете в ловушке. Ну, мы просто будем заниматься ловлей зомби в капкан. Ну, кто первый на капкан наступит? Обычный зомби. Да что ты мне сделаешь, зомби? Идем. Давай, иди. Охотник. Все, у меня есть достижение. Все, я получил достижение охотник. Теперь я... Получайте. Все, теперь будем раскидываться бомбами. Кстати, а где рабочий? А, надо его перебить. Так. Все, давай, рабочий. Будем сейчас бить зомби. Теперь мы вас перебьем. Я поймал, сколько мне надо зомбаков. Получил достижение, и теперь у меня будет очень много людей. Так, поперебивали. Теперь идем. Так, нам надо найти больше рабочих. Ну, давайте кучкой. О, отличная куча. Блин. А, классно, я их, короче, подорвал. Встаем, бомжи. Ну, замечательно же, раскидываем их. Ну, не правда, что ли? Так, кусачего. Завалили. Раздаю бомбы. Кому еще бомбу? Вам бомбу. Ну хорошо. Все. Бомбы всем зомбакам раздали. Что-то я вижу только зомбаков. Не спеши уходить. Да я пор врага. Да я раскидаю ваших врагов на раз-два. Со своими бомбами. Это что, все враги? Вот несколько бомб и все повалены. Ну. Это радует. О, добрый день, рабочие. Так. А где тайник? Вот он, тайник. Да, хорош.
навык орлиный взор. Тут все навыки полезные. Идем, идем. Давайте. Еще один тайник откроем. Все. Давайте мы капканы, короче, в шахты поставим. Так. Интересно, как с ним закрепиться. Так, ну, дополнительные рабочие, ну, ок, все, получили достижение дополнительные рабочие, так, капкан, есть. Получаем все, мы все открыли, наемных орков покупаем, второго наемного орка, третьего, латные доспехи нападения, легендарное оружие. Давайте пошарим в снаряжениях. Так. Орк мерцены. Наверное, верхняя. Латаный доспех. Вначале возьмем все самое важное, ну а потом в бой. Но тут славная секира уже не такая классная, как на зомбаках, поэтому возьмем этот меч. Все, я думаю, норма. Теперь давайте продолжим восстанавливать шахты. Все-таки как-никак у нас и уже наемные орки появились.
стреляйте по ним. А я перееду к этим зомбакам. Хотя мы должны вроде бы отосков эти шахты обогонять. Так, ну я здесь буду охранять. Все-таки как-никак зомбаки. Все дела. Контролируйте здесь зомбаков. Ладно, взрываем. Вот тебе бомбочка влетела. Зомби, помри. Кстати, на прошлом видосе вы собрали 20 лайков и 100 просмотров. Я, как говорил, выпущу видео решение средневековья. Давайте сохранение процесса. Уничтожение врагов. А давайте их провоцировать. Нажимаем С. Орк старший пехотинец. О, так я же их бомбами закидаю. Бомбами. Бомбы рулят. Нормасик так бомба-ба. Бомбами закидали. Так. Тайник. Тут очень много тайников. Что не может не радовать. О, мирный житель. Давай, давай. Я здесь. А если я здесь, значит, никто не сдохнет. Пойдемте. Всех сейчас раскидаю. Сейчас всех зомби раскидаю. Зомби? А, это орк. Ну, все равно получается. Так, там кто-то есть. А, это вы здесь окопались, ладно. Не буду мешать. Миссия выполнена. Так, ладно, продолжим обновлять шахту. Ну, последнее обновление для шахты делаем. Мы идем. Так, ладно, я посижу на башне, а вы там тоже отстреливайтесь. Где вы? Так, они будут только отсюда наступать, поэтому мы только здесь их будем накрывать. Нормально катается. Не знаю, но для меня дозорная башня не для меня, короче. Давайте возьмем... О!
А вы сюда прорвались. Окей, я вас сейчас раскидаю. А вы там отстреливайтесь. Так, бежим. А то уже проникают всякие. Всякая нечисть. Вот эти латные доспехи самые лучшие, прибавляют скорость и еще броня лучшая. Так, выход. Я не понимаю, почему некоторые орки за нас. Это что, сюжет Варкрафта 3-го? Ну, я про кино. Ладно, сейчас защитим квартал от таких зомбаков и уже мы будем заканчивать. Так. Давайте-ка. О, прибили сами. Хорошо. Все. Раскатали. Норм.